Сразу после открытия Михаил Игнатьев и президент-председатель правления ВТБ-24 Михаил Задорнов обсудили вопросы взаимодействия уже в кабинете главы Чувашии. Глава республики отметил, что с момента последней встречи прошло 1,5 года, и все, что тогда было задумано, реализовано в намеченные сроки. Создаются-то высокооплачиваемые рабочие места. Это как раз являются движущей силой в целом для экономики и молодежь. Как мы видим, даже возвращаются многие. Это хороший показатель. Михаил Задорнов уверен, что с открытием сервисного центра ВТБ-24 появляются большие перспективы для трудоустройства молодежи, возможность для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста. Сейчас проводятся наборы обучения персонала. Обучать новичков приезжают опытные наставники из столицы.